Это мой первый в жизни натюрморт. Я сделала его на кружке. Я хожу на кружок по лепке. Я хожу на кружок скульптура. Там из пластилина делают разные штучки. Первая моя скульптура — это был рельеф в форме цветков. Его мы сделали за 3 занятия. А вот это уже кое-что покрасивее и поинтересней. Натюрморт. Вот это кружка, бутылка. Поверни кружку. И вот такая вот тарелочка. В нее ставятся вот так конфеты. Дизайн с конфетами я сам придумал. Вот так их поставить. Родители в восторге. Говорят, на следующем занятии будем делать новый натюрморт. На этом мое видео заканчивается.